крещение не принял. Какой верующий-то? Ну, вот такой. Ну, какой? Он уже давно вас знает. Игнат Тихонович, он давно вас знает. Не отвлекайся. Выведи его сейчас же на меня. А он скрывает, он нет, он лицо вообще не показывает. Это нет, болтун. Он болтун, да. Он ни одного места писания не берет. Он берет от своей башки, только что он думает, то и говорит. Он смутьян был, смутьян. Он проклят у Бога. Что ему еще надо-то? Он в аду уже горит. Уже 3 дня в аду сидит. А он все еще сопли мотает свои. Вот. К сожалению, тот, я думаю, что он скрывается, потому что он поднимает темы такие, ну, прям запрещенные действительно, поэтому он боится. Какая тема? То он вообще не понимает, о чем говорит. Он смуту наводил. Так, мятеж к мятеж. А вот такая понимает. Зачем тебе понимать, когда Библия сказала, что они отвратительные? Они все в аду горят, мятежники. У него вот веры-то гроша нету, ломаного. Завтра другой будет, другой будет, видно будет. У него информации мало, у него информации мало. Я вот и хочу сейчас, чтобы он посмотрел, и кто его слушает, там ребята-то у него собираются, которые вот христианством сейчас интересуются, новоначальные в основном. Вот, не интересоваться, а надо жить этим, молиться, он не молится, он пустоголовый совершенно. Ну, это уже другой вопрос, знаете. Так говорит Господь Бог, и все закончилось. Как Иеремия говорит, скажу то, что сказал Господь. Смутьян, смутьян. Он сейчас и смотри опять, как приходится наводить порядок. Это все на его совести. Он что говорит? Ты говорит по-человечески. А человеческое говорит, отойди от меня, сатана. Ибо думаешь, что человеческое. Он от сатаны этот человек, не от Бога. Какие-то верующие собираются, ну, дай хоть однажды его, чтобы маленько ему мозги прочистить. Так он не выйдет, если он, когда проводит эти трансляции, он не показывает себя. И никто не знает, как он выглядит вообще. Вот это как раз и говорит, что не только еще, а подлый он, подлый. Он всякую грязь развозит по интернету, а сам ничего не знает. И за это отвечает будешь перед Богом, скажи. Судит кого-то. Кого судит, тогда в голове-то мизгири, паутину свили. У него мало. Он говорит то, что Бог сказал. Он говорит о вас то, чего все противоположное по факту-то. Ну, мы же это знаем, а он не знает. То есть... Это определенно. Он смутьян, и смутьян. Я вы все места прочитал. Не, я сейчас говорю о где там, о дизлайве так называемом. Он дизлайв себя. Дизлайв, то есть, ну, как бы против жизни или как отмена жизни. Сам-то назвался-то как. Вот как бы интернета не было, он бы нигде нос не показал. А тут гадить, что угодно говори, и не покажет лицо. Пока интернета не было, вот эти все лжецы и пакостники, они спали. Блудили. А теперь они вылезли сюда. Разные придумают аватары, ники. Мерзость. Это уже... Ложь, а ложь от дьявола. Он, помните, вот у вас была беседа, я сейчас скажу, почему я... Ну, у вас беседа была с... Как он называется? С Володей. Когда он вам вопрос задал, вы уже дремали, типа, кто подкаблучник. Вот. И вот он это видео тогда еще давно, ну, как оно вышло, он его показал у себя там, и оно пошло по народу. Ну, то есть он такую службу там... Иногда сослужил хорошую, в том плане, что распространилось это все. Вот сегодня выставили этот ролик-то там, что там говорит Ткачев, и дальше я на кровати лежу, он все взял. Угу. Ну, я не знаю, вот так, он конфиденциальный, то есть мы не можем вообще, он прячется, он боится, видимо, что он. Ну, так да. Что вот так. Я не знаю, знаете, как все, до него... Все, я вот хочу сказал, просто составить ролик, да, ему попускаем, ну, он, да, его ребята посмотрят, и все, ну, и сами там уже выбор сделают. Ты скажи ответь, слышишь, которые места Писания я привожу, скажи, каждое место Писания ответь. Ответь, чтобы ты бы узнал, кто ты есть. Ты против Бога идешь-то, мизгирь.
Я привел места Писания, достаточно полностью все выбрано, что это означает, какая участь их ждет. Они отвратительны для Бога, эти люди, мятежники. И прочитайте места, где я показал, что Соломон говорит, что Давид говорит. Ладно тогда, брат, я отошел. Да, Игнатий. Все с Богом.